Я приветствую вас на первом ознакомительном занятии по йоге. Давайте все сядем в позу лотоса, расслабимся. Дыхание свободно. Вбираем энергию космоса. Это... Я извиняюсь, ага. Мужчина, простите. Ага. Ой. Это... Я по бесплатному сертификату. Женщина, занятие уже началось. Как началось? Да вы что, не могли подождать, что ли? 10 минут для Киева не опоздание, ну. Пожалуйста, садитесь. Люди уже медитируют. Тише. Тьфу ты, ну да. Я думала, приличное заведение. Они тут на людях медитируют. Женщина, садитесь! Ладно, вот тут и упаду. Вот так вот. Ага. О. Намасте. Воистину намасте. Женщина. А. Ага, конечно, да. Это, женщина, а у вас нет маркера? Вот, ага. Все. Спасибо. Мы можем продолжать? Да, конечно, продолжать. Я вас что, мешаю, что ли, или там что? Сейчас только это, Толя еще мой придет. Слушаем приятную музыку. Настройтесь на ее вибрации. И пусть вас ничего не отвлекает. Мужчина! Мужчина! Что? Здрасте. Здрасте. Что это? Толик мой придет. И что? Ну как что? Мы тут с вами сидим. Так близко друг к другу. Ваша рука у меня на коленке. Звучит эротическая музыка. А он у меня, ох, какой ревнивый. Не могли бы вы пересесть? Не хочу я пересаживаться. А если я вас поцелую? О, другой. Обретайте гармонию с Вселенной. Почувствуйте каждую клеточку. Почувствуйте, как стучится ваше сердце. О, это Толя мой! Ага, ёх еще тот. Ест все, что я приготовлю. Спит на полу. А недавно это, мангал перевернул. И прямо в горящие угли это своей голой. Толя, там открыто! Ага, Толя, ручку на себя, как у нас в туалете. Заходи, о! Ага. Привет, Галюс. Привет. Толя, ты где ходишь? Маршрутка, маршрутка. Ага. О, это Толя, Толя, Толя мой, ага. Это то. Вот ты, Толя, долбоёб. Что? Что? Ты что, не знаешь, как коврик для йоги выглядит, что ли? Ты что, меня позоришь, Толя? Ты нахрена его купил? Да я не купил, я с дома взял. Еще лучше, а? Вот дурья ты, башка! Ай, Галя! Бестолковый! Извините, а занятие уже началось? Да вот никак не начнется. Можно не опаздывать! Ага. Извините, а может кто-то взял случайно мой коврик из раздевалки? Там такие цветы еще и фламинго были нарисованы. О, Галь, так это как у тебя! Толик, Толик! В башке полный нолик.
Там еще было у меня написано Аля. Аля. Аля была написана. Ага. У тебя Аля, а у меня Галя написана. Это мой коврик. Но тут же буква Г маркером подрисована. Женщина, воровать нехорошо. Да подавись ты своим фломастером. Галя, Галя, не нервничай, Галя. О! На. Теперь у нас комплект. О! Не ворнякай, Толя! А сейчас давайте вместе помедитируем. И попытаемся войти в астрал. Тыть-пердыть. Это я нахрена сюда ехал, чтобы здесь в астрал ходить? Я и дома в астрал мог войти. Чё? Толя, куда ты постоянно входишь, называется не астрал, а запой. А какая разница? Так, Толя, давай тут не выёхывайся. Так, ну, заканчиваем разминку. Делаем резкие, глубокие вдохи и выдохи. Толя! Ты можешь это упражнение носом делать! А то от твоего перегара мы сейчас все окосеем. Фу. Господи, первый раз вижу, чтобы из носа был такой перегар. Вообще-то алкоголь и йога несовместимы, как и другие вредные привычки для здоровья. Самая вредная привычка для здоровья – это сидеть тут на попе и умничать. От нее бывают перелом носа. Ладно, давайте закончим с дыхательными упражнениями. Сделаем позу кобры. Кобры. Концентрируемся на дыхании и делаем все плавно, очень плавно. Дышим размеренно. В каждом вдохе вы слышите, как с вами говорит Вселенная. Алло, говори. Я говорю, говори. Да я на йоге, я не могу говорить. Тут вместо меня Вселенная говорит. Ну, говори. Я говорю, говори. Да я не могу говорить. Да ты что говоришь, что не говори? Ну, говори давай. Что хотела? Поговорить? Ну, говори. Ага. Да я не могу говорить. Потом поговорим, давай. Да наберу, поговорим, ага. Женщина. Шо? Да это может вопрос жизни и смерти. Дайте сюда. После занятия отдам. Нормально? Толя! А? И ты что, ему ничего не скажешь? На вибро, пожалуйста, поставьте. А то еще раз позвонит. А? Толя, что ты за тряпка у меня такая, а? Что? Там, между прочим, этот мужик с самого начала ко мне неровно дышит. Так у него нос кривой, он и ко мне неровно дышит. А ты не думаешь, он забрал мой телефон, чтобы мой номер переписать? А потом будет по ночам звонить и дышать в трубку. Ну, раз будет звонить, значит, телефон отдаст по-любому. Куда же он звонить будет? Ты балбись у меня, Толя! Переходим к основным асанам. Садимся и скрещиваем ноги. Ага. Думаем о самом важном. Тыц, тырындыц! Спасибо, что напомнили, а! Я ж Светке забыла рецепт холодца отправить, ну! Прочувствуйте каждую клеточку своего тела. Откройте свое сознание миру и услышьте свое внутреннее «я». Мужчина, это я. Вы не могли бы мне телефон отдать? Мне одно сообщение отправить надо. Блокируйте все внешние сигналы.
и сконцентрируйтесь на внутренних. Мужчина! Скажите внутреннему космосу, чего вы желаете больше всего? Мужчина, я хочу свой телефон! А я хочу, чтобы ты заткнулась! Ой, извините, пожалуйста, я просто уже не смог сдержаться, но это невозможно вынести. Господи! Да с такими нервами тебе к психиатру надо, а не на йогу на эту! Так давайте все... И тебе тоже! Давайте все вместе расслабимся, закроем глаза и откроем чакры. Толя! Что? Ты что открыл? Чачу! Да сюда! Да сюда! Ты что, с ума сошел? Да на 40 градусов! Тебя сейчас размотай, Толя! Галя! Что? Ты все выпила! Ну правильно! Я просто боюсь, что у меня эти чакры не откроются! Женщина! А зря боялась! Идемте дальше. Да это упражнения такие. Что я сделаю? Сейчас все сделаем шавасану. Ложимся на спину и тотально расслабляемся. Слышь, Галя, так это получается, я вчера не пьяный под забором валялся. Это я в шавасане был. Ага, и домой ты приполз, весь шавосанный. Женщина, можно потише? Будешь так болтать, и всю жизнь будешь в такой позе, кверху воронка лежать. Продолжаем оставаться в позе шавасаны. Представьте, вы в свежем утреннем лесу, среди природы. По-моему, у вас в лесу кабаны завелись. Не-не, это у Гали всегда так после чачи. Каждый день. А вы не могли бы ее разбудить, потому что мы заниматься не сможем? Я бы на вашем месте не рисковал. Ну, мы не можем ждать, пока ваша жена проспится. Чего? Женщина! Да что? Господи, да что вы меня пугаете-то? Уже лежу, никого не трогаю, все, я им мешаю. Женщина! Что? Почему вы постоянно то хамите, то храпите, то первый раз вижу такое. Вообще должно быть стыдно. Должно быть. Но не стыдно. Мы вообще-то пришли сюда очистить. Очиститься это вон по коридору, налево вторая дверь. Там очистишься. Извините, но еще одно замечание, и вы покинете наше занятие. Понятно, придурочная. Это я вам. Это я тебе. Что ты с ней на «вы»? Тыкни ей уже прям разок. Вам я это. Вам я это. Что вы меня трогаете? Прошу вас соблюдать спокойствие и умиротворение. Теперь сделаем позу кошка головой вверх. О, да, сделаем. Нормально. О, боже мой, неужели опять? Все ваши страхи уходят. А я что-то напрягся как-то. Вы полностью расслаблены. Страхов добавилось и напрягся еще больше. Вы находитесь в доли секунды от блаженства. И на волоске от катастрофы. Жени,
Женя, пожалуйста, просто отодвинься и все. Да. Извините. Да вы задолбали уже пугать-то, а? Господи, я женщина в возрасте, ну! Так, ой. Двигаемся дальше. Следующая асана называется «Поза дерева». Встали, встали, встали. О, Галя, твоя любимая поза в постели. Поза бревно. Толя, а? Я сейчас сучок-то кому-то оторву. Меняем ногу. Ага. О, я думала, крепкий дуб. А это так, пенек с собаком ссать. Ага. Двигаемся дальше. Все становимся в позу журавля. А, журавля, о. Ага. А что там за поза? Ну-ка. О, так это я так могу. Толя! Что? Даже не думай. Что? У тебя он сейчас синица из дупла вылетит. А. Это, застегни штаны, там скворца уже видно. Ладно. Переходим к асане. Собака мордой вниз. О, а, о, это да. Это собака. А, ого. Нет, только не это опять. Я на всякий случай прикроюсь. А смысл? Это все равно, что газеткой прятаться от ядерного взрыва. Толя! Что? Ты что на ее скворечник зыришь, а? Я тебя сейчас устрою! Да, собака мордой об асфальт! Да ничего я не зырю! Что там зырить, кожа до кости? Это ты у меня, баба видная, необъятная. Что, правда, да? Ага. Это, а ну посмотри, никто там на меня не смотрит. Да кому ты нафиг нужна? Я тебя лупану сейчас, скотина. Сильнее прогибаем спину. А, сильнее, да? Да, сильнее. Еще. Толя! А? Боюсь спросить. Это у меня? Ну, короче... Что там? Галя, это... Лосины... Ханаем. А ритузы еще держатся. Все! Пошел разлом по Сан-Андреасу. О! И о! Толя! Что? Толечка! А? Ой! Спину скрутила! Что делать, Толя? Что? Предлагаю... Добить ее нахрен, чтоб не мучилась. Толя, врача, позови врача. Женька, ну давай, помоги, ты же врач. Я-то врач, но тут есть шанс спасти не одного человека, а все человечество. Извините, пожалуйста, но наше занятие... Это не занятие, стой, послушайте, это отстой какой-то, а безобразие просто. Я заплатил деньги, за что я заплатил деньги? Я ваше занятие просто. Я не знаю. Толя, поцелуй меня! Галя! Все, Галь? Толя, спина! Все ушли. А, да? Ага. Что? Ну вот, Толя, а ты говорил, что у нас не будет индивидуальных занятий по йоге, а? Да вы полностью испортили мое занятие! И никаких индивидуальных занятий я с вами проводить не собираюсь! Слышь ты, у меня еще 15 бесплатных сертификатов! Поэтому как ты там говоришь? Дышим ровно, ищем энергию космоса. Иди ищи энергию. А я коврики пока пособираю. Ага, Толя, давай, вот собирай коврики, продавай возьму. Давай, Толя. Какой крутой фильм.
Угу. Хорошо, что мы заранее классные места в интернете забронировали. Крутой фильм, но очень страшный. Страшный, но крутой. Ага. Алло, Света. Ага. 100 лет в кино не ходили, ага. А тут прикинь, какое совпадение. И кинотеатры открылись. И Толику зарплату выдали неожиданно. Хотя он не работает. Да. Толя, шо, где наши места? Да алло, да не, не тебе. Да, все нормально. Платье надела свое, любимое. Красивое, единственное. А, прическу сделала. Представляешь, 3 часа меня мурыжила с этой прической. Угу. Пришлось поскандалить, конечно. Ты ж знаешь, я этого не люблю. Но кругом же быдло одно работает, а? Вот в кинотеатре тоже одно быдло работает. Одному даже в рожу плюнуло. Прикинь, взял мой билет и порвал его, скотина. Это потом уже Толик мне объяснил, что это контролер. Но слюну ж не вернешь, да? Ну все, ага. Давай, Светуля, все, мы будем с Толей в кине. Ага. Толя, а? Ну что, где наши места? Да ищу же, ищу. Давай, ищи уже. Ищу, ищу. Ай! Женщина, вы мне на ногу наступили. И шо? Ну ты мне наступи, чтоб не поссорились. Не советую. Реально поссоритесь. Ну ладно. В смысле ладно? Извиняйся. Извините, пожалуйста. То-то же, так бы сразу, ага. Да, Толя? Ага. О, шо? Толя! Шо? Шо? Я в туалет забыла сходить. Голя! Шо? Ну иди, я тебе потом расскажу, чем фильм закончился. Шо, Галя, уже сходила? Да, Толя, я подумала, шо идти, если я не хочу? Ну, правильно, а чё мучить? Женщина, сядьте уже! А-а-а! Не на меня! Ой, так что ты так орёшь-то? Я ж испугалась! Аж на тебя присела! Толя, где наши места? Что мы так, тут ходим? Сейчас. Давай. О! Есть! 13-е и 13-е. О! Все как мы любим. Ой! Мужчина, я прошу прощения. А вы не могли бы пересесть на соседнее место? Мне попкорн некуда поставить. В смысле? Это мое место. Ну, пожалуйста. Ой, спасибо, дай бог здоровья. Все-таки классно, Галя, что мы в кино пошли. Ага. А то все время эти дома экранки смотрим. Ага. Вот эти вот. Ставки на спорт! Быстрый выигрыш! Халява, халява, халява! Дебильная реклама, скажи, да? Для идиотов. Я надеюсь, ты не играешь на этих ставках. Ну, конечно, уже нет. Смотри у меня, по башке получишь. Вы можете потише, кино идет. А что, это кино уже идет? Конечно. Ой, а я думала, реклама. Толик, все из-за тебя. Шо? Ходишь тут людям на ноги наступаешь. Начало фильма пропустили. Ага. Мужчина, а вы не расскажете, что в начале было, а? Смотрите, сами все поймете. Нервные какие, а? Угу. Психи. Толя, а иди-ка электричество на щитке выруби, чтобы нам фильм заново запустили. Ладно, ладно. В общем, в городе завелся маньяк. Ага. В
В начале фильма нашли первую жертву. Сейчас полиция нашла вторую жертву. Ищут маньяка. Охренеть, какой оригинальный сценарий. Оля, а я что-то понять не могу. Это только у меня картинка плывет. Ты знаешь, Галя, и у меня тоже. Ё-моё, пришли в кинотеатр называется. Это же экранка. Ну, пути. Толя, ты что, дебил? В кинотеатре какая экранка? Это у нас что-то с тобой со зрением. Надо к окулисту записаться. Да вам просто нужно надеть очки. Сама надень, умная, больно. Будет мне еще указывать, что делать. Разберусь сама. Да это 3D-кино, его в очках специальных смотреть надо. Толя, ты вообще понимаешь, что они говорят? Кажется, да, Галя. Это нормальное кино, но только для инвалидов по зрению. Извините, пожалуйста, но из-за вашей прически ничего не видно. Деточка, это не из-за прически не видно. Это из-за твоего роста тебе ни хрена не видно. Табуреткой ходи, молекула. Ага. А ну дай. Что вы делаете? А у тебя плюс или минус? Это специальные очки мне на входе выдали. Так ты знаешь, где брать? Сбегай, возьми себе еще. Галя, а я тоже очки хочу. Толя, ты молодец. Вот кто у нас в семье добытчик, а? Ну, ты. Правильно, свалил все на мои хрупкие девичьи плечи. Сам хоть очки себе нарой. Вон у мужика вон у того забери. У вот этого? Да он же на Халка похож. Он же мне лицо разобьет. А ты ему скажи, что если он очки тебе не даст, я 5 раз буду в туалет выходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Понял? Все равно не дадите кино посмотреть. На. О. Пошли домой. Надо было на Тарковского идти. Там такое быдло не встретишь. Сам быдло! О! Толя, о! О! Иисусе! Не-не-не-не-не, Толя, во! Ого! 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 Галя, ты что делаешь? Толя, я кружку не могу со стола взять! Ох ты, какая баба, а! Я тебе дам, баба, кобелина, а! Какой, смотри на... Ой! Так я ж знаю эту актрису-то, ага, представляете? Кто? Она ж недавно развелась со своим этим мужем, ну, с певцом с этим. С каким? Ну, с этим. А, с тем, у которого из носа волосы растут. Толя, волосы из носа растут у Павла Зеброва. А это голливудский актер. Ты что, совсем что ли, а? Вот ты бестолочь. Мужчина, уже вернулись? А можете мне за пивом сходить? А? Ну вы ж дорогу уже знаете там. А может вы сами сходите? Вам кажется двигаться полезней. Ой, хамло, а какое. Ладно. Значит, смотри. Она развелась с этим усатым. Ага. Вышла замуж за этого лысого так. И родила бородатого ребенка. Что ж ты так орешь, пугаешь-то, а? Мужчина, я прошу прощения, ага. Что вы делаете? У меня просто она заорала, у меня вот попкорн упал, извините, мужчина. Женщина! Мужчина. Женщина. Чувствую, что мужчина. Женщина. Ой, а я видела, у меня из ведра прям немного к вам залетело. Что? Ага. Ну все, можем продолжать. А, это с сыром. С сыром это ваше.
посмотрел. У меня ж было с беконом и карамелью. Жалко, что с кровянкой нету. Ага. Так вы можете помолчать? Сейчас будет самое страшное. Толя, тебе страшно? Галь, мне с тобой ничего не страшно. Потому что у него вся жизнь как фильм ужасов. А вам страшно? Господи, это что ж все такие слабонервные-то, ну? Прям как ты, Толя, на первом свидании. Что ты ржешь? Это фильм ужасов, тут нельзя ржать. А ты, кстати, помнишь, где мы с тобой первый раз поцеловались, а? Конечно, помню, Галь. В ЗАГСе. О ком ЗАГСе, Толя? В кино мы поцеловались с тобой, ну? А я думал, ты меня тогда ела. Ты что, дурак? Я тогда вообще на диете была. А? Может, это? Что? Давай еще разок поцелуемся, а? Как тогда, а? Никогда не думал, что придя на фильм ужасов, увижу монстра прямо за спиной у себя. Галя, у меня два языка сейчас, я не понимаю, как реагировать. Толя, очки сними. Да не, Галя, давай не сегодня уже. Ладно, давай тогда кино смотри. Только ты смотри там это, не усни. Ага. А то я ж тебе рассказывать ничего не буду. Галя! По-моему, это не 3D, а 5D кинотеатр. Я прям чувствую, как страшно главному герою. Как дам сейчас испугала. Ладно. Ну что я там проспала? Рассказывай. Ну, короче, хорошие подружились с плохими. Ага. И побили средних. Да вы можете просто помолчать! Ой, а я вспомнила. Я ж видела это кино. Ага. Да как вы могли его видеть, если это премьера? Да какая это премьера, Толя? Ну, это же версия французского фильма. А. Ну, вот это, помнишь? Да, с Жераром Депердье. Ага. Хотите, расскажу, кто маньяк? Нет! Нет, так нет. Что вы разорались? Капец. Толя, только тебе по секрету. Маньяк полицейский. Спасибо огромное. Дальше смотреть неинтересно. А что я такого сказала? А ты уши свои развесила, чужие разговоры подслушиваешь, шмакодявка. Молекула. Ага. Что? Толя. Что? А что-то я не пойму. Что? Ты что, чеснока нарубил? Я? А кто, я что ли? Ты, ну, Галя, тут он полно народу. Ну, ты смотри, ну выбрались в приличное место, он чеснока налупился, ну. А может, это ты? Да что я того чеснока-то съела? 6 зубчиков-то, ну. Головок. Какая разница? Все равно не должно пахнуть. Я же его огуречным лосьоном запила. А. Вы можете дома выяснять отношения? Дайте кино посмотреть. Тебе хорошо, ты сидишь кино и наслаждайся. А я вот всем этим дышу. Ага. Вот и закройте рот, чтобы мы тоже этим не дышали. Сам рот закрой, чтобы не воняло, понял? Ты посмотри. Что? Толя. Огуречный сироп забродил. Толя. Что? Я пока спала, у меня кто-то телефон стырил. Да. А ну, набирай меня. Сейчас мы этих быстро воров вычислим, ну. А? Где-то здесь. Нету. Слышь, Дрищ, иди отсюда. О, где-то здесь. Толя! Что? Тут чипсы. О! И колу кто-то не допил. А ну дай. Давай, ползи сюда, сейчас твой день рождения отпраздную. А ну дай.
Да что ж, где он этот телефон-то, а? О, по-моему, где-то я его видела. Главное ее сейчас не пугать. Женя, пойдем уже отсюда! Меня аж очки запотели, блин. Да это фильм такой просто страшный, ай-яй-яй. Ой. Ну вот. А ты полный зал, полный зал. Ну что, давай. Будем целоваться? Толя, какой целоваться? Видео на телефоне включай. Снимай давай это кино, потом продадим этим. Ставки на спорт, халява, халява, халява. Что ты так снимаешь? Это кино 3D. Через очки надо снимать. Давай, вот так вот. Давай, халява, халява, ставки на спорт. Ага. Господи, наконец-то мы сегодня поедим. Боже мой, 48 дней этого поста. Даже не верится, что мы весь пост выдержали. Ой, кажется, голова кружится. Эй, вот молодежь слабенькая пошла. Я вот пост с ноября держу. А почему с ноября? Ну, как отопление включили, так и держу. Бабка, где твоя проблема? А ты что, алкаш возле церкви делаешь? Ее миленькую светить пришел. Водку светить грех. А это не водка. Это не замерзайка. Ну, может, не замерзайку и можно, кто их знает. А значит, кошачий корм не грех светить. А у меня Барсик крещеный. И Мурка крещеная. И Кася крещеная, и Буська крещеная. Ты уже даже животных крестит? Таких, как ты, нет. Ой, батюшка, батюшка идет. Все. Ой, батюшка. Ой, сейчас освятит. Ой, сейчас освятит. Желаю всем здравствовать. Здравствуйте, всех батюшка. С великим праздником. Готовы? Да, конечно. Тогда начнем. А ну, стоять! Стоять всем, Толя! Ага. Толя, давай быстрее, батюшка уже светить начал, давай. Бегу, бегу, Галюнчик. Сколько я раз просила тебе говорить, не называй меня Галюнчик. Галюнчик – это туалет на корабле. А я у тебя Галюсик. Понял, Галюсик. Ага. Так, все в порядке, очередь. А что это вы впереди? Я занимала. Когда? Это я с 5 утра тут. А я... того года тут. Ага. Женщина, я не понимаю, почему вы в церковь пришли с непокрытой головой? Гость, точно. Толя, это из-за тебя. А что это из-за меня? А то это, ты вон без платка. Я посмотрела на твою дурную башку и забыла платок. Так а что теперь делать-то? Что делать? Снимать штаны да бегать. А, понял. Да подожди ты. Малохольный. Это шутка была. А. Я вон у женщины одолжу. Женщина, вы, что вы делаете? Господь говорил делиться с ближним. Да ладно ты, я освещу и верну. Так. Ой, кстати, у вас что тут? Вкусные пасочки. Женщина, что вы себе позволяете? Ой, что я себе позволяю? Такое в церкви вообще нельзя произносить. Кстати, невкусные. Не? Наши магазинные вкуснее. О. Бабуля, а у вас там что? Угощайся, доченька. Алло. Что-то вкус какой-то странный. С морковкой и беконом. Барсика любимые. О, Толя, запоминай, что надо в следующий раз к пиву брать. Слышь, не замерзайку будешь пробовать? Вот ты хамло! Не замерзайку, чтоб сразу туда отправиться. Угу. Женщина, я думаю, с таким поведением вам в раю места не найдется. Ой, женщина, да мне в час пик в маршрутке место сидячее находится.
Там уж я как-нибудь разрулю. Я великодушно прошу меня простить. Могу я начинать? Да подожди ты начинать! Ты вообще кто такой? Отец Ануфрий. А я мать Галина, и шо? Мы еще продукты не разложили. Толя, раскладывай продукты, людей задерживаешь. Давай. Ага. Ну, уже есть хочется. А вы что, тоже пост держали? А что, по мне не видно? Не, я не держал, ага. А Толя держал за двоих. Не удержал. Угу. Чуть слюной не захлебнулся, когда смотрел, как я хомячу возле холодильника. Толя, ты что делаешь? Что? Ну куда ты это на пол складываешь? Коронавирус кругом, ну что ты? Господи ты, дай сюда, а? Женщина. Женщина, у вас руки чистые, подержите, пожалуйста. Толя. Боже, как что? Пахнет. Ой. Женя, держись. Толя, я тебе сказала с балкона взять одеяло. Так взял я. Какое ты взял? Вот. Я тебе сказала новое взять, а не старое, Толя. Ой, ну Галя. Ладно, давай, вытрусим. Ага. Ой. Женщина, что вы делаете? Это же продукты. Ой. А вы что, схватили наши продукты, а? Давай, и в такой-то праздник. Ну. Да, Толя. Маловатое одеяло мы взяли, конечно. Ага. А, батюшка, а давайте вот вы сначала вот нас всех освятите, а потом к ним вернетесь наоборот. А стоять! Все по очереди. А то нам опять воды не достанется. Да, Толя? Ага. Ну-ка. Что у вас там, водичка, теплая? Да что вы делаете? Странно. Я думала, рука сейчас зашипит. Толя! А? Ты нафига вот эти вот огурцы взял? Ты что, не видишь, банка вздутая? От ты балбес. Воистину балбес, Аля. Вы бы не богохульничали перед батюшкой? А ты не матюкайся. Я-то стерплю. А вот... А что там? О, дождь начинается. Толя, батюшка говорит, дождь начинается. Давай, выкладывай быстрее, давай. А я думаю, что у меня колени крутят-то, а? Я что-то не поняла. Толя, а где яйца? На месте, Алюсик. Вот ты антихрист, а. Это в такой-то праздник, Толя, Пасха. Так они крашеные. Ты у меня сейчас дошутишься. Да, есть, есть яйца, что ты. Вот. Смотри, если б забыл, я б твои в лоток положила. Господи, я не понимаю, для чего вот такие вот люди ходят в церковь? Ой, женщина, если честно, раньше ради Кагора ходила. А потом они бодяжить его начали. Так что такое, чисто за компанию хожу. Толя, а? Холодец куда ты поставил? А? Посередине холодец, ага. Ставь. Я что-то не понял, они Пасхи пришли светить или юбилей праздновать? Толя, сигареты ты куда? С краю положи, Толя! Ага. А я... А гороховая каша где? Да ну, Галя... Пюре гороховое! Да... Трехлитровка вот такая стояла! Да перестань ты со своим гороховым пюре! Это мое любимое пюре. Да весь дом знает, что оно твое любимое пюре. А тут ты, ну ты, а. Я же им позавтракала, точно. Ага. Я так понимаю, что сегодня все прихожане узнают, что вам нравится гороховое пюре. Ну, на этом все? А, да. Из первой сумки все. Толя, давай вторую. Как вот, вторая? Давай. Да что ты так долго, Толя? Ты что, Толя, рагу крышка не закрыла? Ну что ты? Да закрывал же! Да не закрывал ты! Да, ну... Я вон врюхалась. Господи ты! Женщина, что вы творите-то? А что я, жирными руками что ли буду стоять, а?
А вдруг я вас обнять захочу? Вот не так. Надо меня обнимать. Я так поняла, я сейчас тут и умру в этой очереди, пока ждем. Заодно меня и отпоете. Никого отпевать мы не будем, тем более сегодня в такой праздник. Сейчас дьякон придет, свеженькой водички принесет. Что вы на меня смотрите? Что? Убить вас хочется? Да не хочется грех на душу брать. Давай я. А что, одним грехом меньше, одним больше? За мной будешь. Батюшка, благословите. На святое дело иду. Давайте мы все успокоимся. Вот дьякон уже водицу принес. Все готовы? Да. Давайте начинать. Толя! Что? Кровянка где? Ты что, кровянку не взял? Толя, да я до 4 утра эту кровянку делала. Кровь в кишки вот так вот запыхивала. Вон, кровь до сих пор у меня под ногтями, а? Я ее в маршрутке забыл. Да беги быстрее сейчас в маршрутку. Вот дал же Бог мужа. Давно бы уже с ним развелась. Так нет же ж. В церкви повенчались. Есть! О, молодец. Правда, не наша? Ну ладно. Ага. Ну, тоже пойдет. На этом все? Можно? А, можно. Давай, брызгай на колбасу. Фух. Все, спасибо, спасибо. Все, побрызгал, ага. Ну, теперь можно и на меня. На рабу твою... Твою мать. Толя! Фу. Толя, где крестик? Ты Толя, его... крестик! Ты одевала его? Ну, конечно, он еще ожог мне оставил здесь. Да ладно, ты его все равно раз в год одеваешь. Это не твое дело, раз в год я одев... Ах, варьё! Ага. А ну стоять! Карманы выворачиваем! Чего? Выворачиваем, говорю, карманы! Женщина, да что ж вы такое говорите-то? А вы-то что-то глаза вылупили? Рясу задирай! Я говорю, рясу задирай! Вы что такое себе тут... Толя! Почти как у меня. Да ну, Галя! Тут же он, а у тебя вот такой. А, то... Бабуля, вся корга старая, сперла до крестик. Чего? Я думаю, а что ты ее вот так вот к земле притянул, а? А ну давай, давай, доставай крестик. Галя, а? Так он же у тебя на спине перекрутился. Где? О, о, точно, ладно. Живи, корга старая. Батюшка, что стоите? Только вас и ждем. Меня? Ага. Хорошо. Ё-моё! Толя! Что? Паска где? Пасочку забыли, мы купили в магазине. Ты что, на кассе ее оставил? Да ладно, Галя, ну, без паски будем. Вон, пускай батон посвятят. Ты что, батоном поминать будешь? Кого? Тебя кого? Да ладно, что ты, на батону так сметану намажем, и все, как паска будет. Ты балбесина. Давайте, батюшка, ну уж без паски. Слушайте, а давайте я вам водицу святую домой отдам, вы там все сами посвятите, а? А что, так можно? Конечно, вам можно. Так а что ж вы людям мозги-то компостируете, ну стоите, держите. Конечно, ну все, спасибо вас, ага, с праздником. Спасибо и вас, это вам презент. Можете расходиться по домам, до свидания, спасибо. Батюшка, вы что, а мы? Вы всю воду раздали, а нам как освятить-то? Послушайте, люди добрые, да неужто непонятно вам, что не важно, сколько капель воды святой на тебя попало? Не важно даже, сколько дней ты пост держал. Важно, сколько любви в сердце твоем. И сколько ты этой любви даришь ближнему своему. О, вот что важно-то. Галя, ты мне не место заняла. О, Света, ты где хоть? Ты Пасхи купила? Купила. О, батюшка, что ты стоишь, как истукан? Брызгай давай. Я сейчас всю эту семью кадилом пере... Тихо, батюшка! Да ты посмотри на эти рожи! Почему приперлись-то? Слушай, Женька, блин, как классно потусили на дискоте прям всю ночь. Да. Вот только, правда, спать охота уже. Ой, слушай, я реально до гостиницы не дойду. Так давай на лежаках поспим, заодно и займем.
Ой, отлично, только я тебя прошу, пожалуйста, потише. Ну ты что, я мышка и вообще. Послушаю прибой, полежу. Вот такая красота. Толик! Толя, что ты так долго, а? Что я? Я, Галя, хочешь, как и вчера, стоя загорать, а? Не-не-не. Уже смотри, его почти все лежаки заняли. Ну, Толик, а? Господи! Ну, не люди, а свиньи! Ни одного мусорника нет, а? Кругом семечками наплевано. Галь, так это ж ты вчера наплевала-то. Рот закрой. Потому что мусорников нигде нету. Вот правильно. Наплевано. Правильно. Мужчина! Мужчина, у вас тут свободно? Свободно, свободно. Чего орать-то? А что-то я не поняла. А ты что без маски? А вы чего без маски? А я первая спросила. Ой. И у бабы твоей сползла. Ну куда ты ее на глаза-то натулила? Вот так вот надо, ну. Женщина, боже, что происходит? Я вас прошу, пожалуйста, пришли загорать, вот лягте туда, пожалуйста, и молчите. Не мешайте. Ты глянь на нее. Я за ее здоровье беспокоюсь, а она еще хамит. Хабалка! Ой. А ты что, без труселей загораешь, а? Толик, посмотри! Куда ты пялишься, Толик? У меня там, между прочим, стринги. Стринги свои надо труселями прикрывать, а не показывать всем подряд. Хо-хо. Что ты стоишь? Давай это свое покрывало. Давай здесь будем загорать, Толя. Женщина, вы можете вот не орать, а? Если я не буду орать, то Толик меня не услышит. У него со слухом проблемы. Да нет у меня проблем со слухом. Рот закрой, чтобы я тебя не слышала. Стели давай покрывал. Вас слышит не только Толик, но и вся Одесса. Да ты что, не привык, что женщина кричит? Значит, в постели ты не дорабатываешь. Да, Толик? Что, ага, ты тоже не дорабатываешь. Так у меня объем работы другой. Я тебе еще раз говорю, одеяло стели давай. Женщина! О, господи, а! Что ж ты напугал-то меня так, а? Ой ты! Ох! Женщина, что вы творите? Ой, ну извините! Следите за своим тухисом! Я, по-моему, извинилась! Или не доходит до башки твоей тупой? Что ты стоишь? Что? Что? Давай это, пока никого народу на пляже не сфотографируй меня красиво. Давай. Ага, давай, да. Давай. Давай. Чтобы вот так вот солнце было прям на ладошке. Ага, давай. Ага, ага. Покажи. Вот, смотри. Что ты сфотографировал, Толик? Что? Почему у меня солнце под мышкой? Вот. Ты где видел волосатое солнце, а? Ну, да. Давай еще раз. Давай. В прыжке. Галь, не надо. Надо, Толя. Давай. Ну, покажи. Галя, я не успел. В смысле не успел? Я вообще на море приехал отдыхать, а не фитнесом тут заниматься с утра до ночи. Ну. Давай, надо, чтобы нас двоих сфотографировали. Кто же нас фотографирует? Мужчина! Мужчина! А? А сфотографируйте нас вдвоем с Толиком, пожалуйста. Не хочу вас фотографировать, отстаньте, я спать хочу. Что за народ пошел, а? Люди за 1000 километров приехали на море и не могут это сфотографироваться, ну. Вот ты бы приехал бы ко мне, я бы тебе еще 50 грамм... Женя, я тебя умоляю, пожалуйста, сфотографируй ее, она же не успокоится. Вот. Мудрая у тебя женщина, хоть и дура. Ага. Толик, давай, как на свадьбе, возьми меня на руки. Галь, ну это было 20 лет и 100 килограмм назад. У меня ж спина. Что ты за дрыщ-то у меня такой? Ну. Ладно, давай я тебя. Давай.
Мужчина! Мужчина! А! Фотографируйте. А, да. Покажите. Не, я тут моргнула. Давайте еще. Так, покажите. Толи! Что? Что ты глаза-то выпучил, как тюлька на сковородке? Ты можешь улыбнуться, ну, чтобы все потом понимали, как ты рад со мной приехать на море. Ага. Или ты не рад? Рад. Точно? Точно. Смотри у меня. Давайте еще раз в прыжке. А? Мужчина, давайте. Ага. В прыжке. В прыжке, да. Готовы? Все, отлично. Ага, спасибо большое. Отдыхай. Ну что? Ой. Ой. Это я на море. С Толиком. С тобой. Ага, да, ну да. А что-то я не поняла. А где фотография, где я моргнула? Где? Мужчина! А вы что, стерли фотографию, где я моргнула? Ну, вы сказали, она не получилась. И что? На паспорт я тоже моргнула. Что, надо было страницу вырывать, что ли? Так ты же вырвала, Галя. Рот закрой свой, Толя! Вырвала она. Давайте, перефотографируйте нас. Мужчина, а, ну перефотографируй. Ничего, я не буду фоткать, все, я спать хочу, останьте. Ну ладно, спите. Но как проснетесь, перефотографируйте, хорошо? Хорошо? Хорошо. Ага. Просто вы молчите, я думала, вы не слышите. Ага. Толя, вот что у тебя за рингтон такой дебильный, а? Так это твой телефон? Нормальный у меня рингтон, Толя. Ага. О, Светка звонит. Ага. Алло! Алло, Света! Алло, плохо слышно? Алло, а сейчас? Тоже плохо? Сейчас найду, подожди. Что-то сеть не ловит. Так слышишь? Нет? Ну-ка, подожди, а так? Алло, слышишь? А, ну вот, отгадай, где я. Да на каком мясокомбинате? Я на море, Света, да. Ага, а ты где? В маршрутке едешь? А, ясно. А что там у тебя все орут в маршрутке? А, недовольны, что ты орешь? Так скажи же им, чтобы они заткнулись. Да, а лучше высаживай всех нахрен. Что значит не могу? Ты же водитель маршрутки. Давай, Света, высаживай, ага, и на море к нам. Все, ждем. Толя, скоро твоя моя любимая Света приедет. Ага. Господи. Что? Я пока с тобой тут прыгала, ключи из лифчика выпали от номера. Как, Галя, Галя, ты что? Да как-то вот так вот. Господи, что ты стоишь? Ищи давай, стоишь. Ищу, ищу. Господи, как мы в номер-то попадем? Может, здесь? Не. Господи, может, здесь где? Ага. Ой. Ой, тут нету. А вы мужчину не видели, где он был? Может, где-то здесь? Ага. Что вы делаете? Толя, куда ты вылупился? Ключи ищи давай. Так, нашел. В сумке были. Ой, господи, слава богу, в сумке, а. Фух. Женщина, вы с ума, что ли, сошли, что ли, а? Ой. Сумасшедшая какая-то. Толик, а что ты молчишь? Что? У нас же арбуз есть. Мужчина, будете арбуз? Арбуз, говорю, будете? Мужчина, арбуз, а? Будете? Арбуз, говорю, будете? Какой арбуз? Херсонский. Херсонский? Херсонский. Херсонский? Херсонский. А я думаю, что я выспаться-то не могу? А у вас арбуз херсонский есть. Женщина, вы можете тихонечко посидеть на пляже и не орать здесь. Я поспать хочу немножко. А, вы проснулись, перефотографируйте тогда, вы обещали. Давай. Давай. На, на, на. Вот открой. На. Отличная улыбка, звезда. Господи, что с утра все такие нервные, а? Что с вами к вечеру будет? О.
Галюсь, Галчонок, это жарко, жарко. Может, я пивка возьму? Да ты что? Господи, Толя, ну какого пивка, а? Ты же знаешь, меня с одной банки так развезешь, что я усну. Меня и пушкой не разбудишь. Ну, да, да. У нас есть! Мы угощаем! Ой, да ну что-то неудобно ну, как-то. Берите, берите. Чешская. Ага. Ой, ну спасибо. Дай вам Бог здоровья. Женщина, дай вам Бог здоровья. Возьми 5 штук. Ага. Ты, кстати, будешь? Да. Тогда 6. Ага. Спасибо. И лимонад с трубочкой, ага. Беру, да. Давай. На, кушай. Спасибо. Женщина! Господи, а! Что за народ-то такой, а? Напугали-то как, а? Аж кукуруза раньше времени стрельбанула. Ой. Вы можете не чавкать? Да пожалуйста. Спасибо. И не сорвать! Не сорвайте! Ты смотри на них, а. На отдыхе столько ограничений, ну. Учтите сразу, кукурузу контролировать я не смогу. Ага. Это Толик. Извините. Слышите? Все, проветрим чуть. Галюсик, скучно что-то. Может, я в это, в автоматы пойду? Я тебе дам автоматы, а. Я сама тебя сейчас развлеку. Давай. Сейчас спрячу. В какой руке? В этой. А что в этой? Вот ты любопытный, а. Не, ну так веселее, конечно. Что ты ржешь? Время сколько? Сколько? 7! Толик, 7! Это завтрак начался, Толик, ты понимаешь? Ага. Сейчас проснутся все эти голодные, набегут, по 5 тарелок наберут. Ага. Давай, что ты, да. Судочек взял? Конечно, взял. Молодец. Взял, все взял, все взял. Толя, ты больной? Че? Я тебя просила большой взять. Галюсь, так мы ж в большом купаемся. Толя, быстро за большим и в столовую, давай, бегом, понял, Толя! Понял, Галюсь, быстрее понял. За большим судочком, ага, давай! Ага, иду, иду! Слава Богу, ушли! Слава Богу, ушли! Дети, занимайте лежаки, вон эти. Да-да-да, вот эти. Чи-чи-чи-чи-чи-чи, мои маленькие, мои хорошенькие. Папа, я хочу сладкую вату. А, нельзя каждый день кушать сладкую вату. Папа, я хочу в аквапарк на горке. Я не могу вас каждый день возить в аквапарк. Хочу сладкую вату. На горке. Сладкую вату. На
Дети! Дети! Фух, слушай, ну наконец-то мы отдохнем после этой буковели. А то днем лыжи, вечером виски. Ой, не только виски. Да, вчера прям на лыжах виски. Да, что-то я разгорячился. Или виски меня разгорячили. Последний день все-таки. Ой. Ну что, отметим? Да. Ой. Отметим наш отпуск. Ой. И наш спокойный сон наконец-то. Хоть выспимся. Ну, давай. Хорошей дороги. Ой. Ой. Сон. Ой, хорошо как. Алло! Света! Да громче говори, я не слышу. Да я в горах! Ага. Да. Что в горах? На лыжах каталась. На горных. А, нормально покаталась. Правда, это ногу сломала. Да не себе, инструктору. А Толя руку сломала, ага. Да не инструктору, себе. А, решил меня это, на этот подъемник подсадить. Ага. Что говоришь? Котлеты горят. Ну давай это, снимай, да перезвонишь потом, ага. О. Женщина, вы что делаете? Это вообще-то наше шампанское. Ой, я прошу прощения. Я просто первый раз в купе еду. Я думала, что в купе, как в отелях на входе встречают. Welcome drink. Кисляк какой-то. Ай, ой, женщина! Остави, делайте! Что ж меня после шампанского вечно на приключения тянут? Не стесняйтесь меня, что вы позволяете себе! Да ничего я не позволяю, да ты извращуга! Ага. Галя, 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 Галя! Ваш охламон! Стоп, кран дернул! Толя, ты шо? А шо? Я думал, что ты не села! Толя, ты что, мало одной руки сломано? Не. Надо тебе вторую сломать. Не. Чтоб ты всякую фигню не дергал. Вот скажи мне, ты идиот? Не. Да. То ты на этой горнолыжке этот подъемник остановишь, потому что я не села. Ну. То тут этот стоп-кран. Я прошу прощения, вы можете в тамбуре поругаться? Мы вообще-то спать хотим. Мы вообще-то жрать хотим. И чайку попить, ага. С этими, с вахлями. Ага. А принеси так нам это, пачек 19. А чё не 20? Да ты с ума сошла, ну куда столько-то, ну? Ага. Я вахли не буду. А я тебе и не заказывала, Толя. Ой. Женщина, вас ничего не смущает? Толя. А. Толя, мне кажется, или с моим тухисом кто-то разговаривает? Женя, давай на эту сторону переляжем. Спите, спите. А вы до Киева едете? Я говорю, в Киев едете? В Киев, в Киев. Ага. Это хорошо. Мы тоже до Киева едем, ага. А вы, женщина? Женщина, вы до Киева едете? Она со мной. А, так вы что, пара, что ли? А что вы на разных кроватях? Может, вы на одну полку переляжете? А? А то я наверх не боюсь. После того, как я с нее упала. Прям вместе с полкой. Прям вот на такую же молодую. Красивую. Так, женщина. Да. Хватит нас тут запугивать. Мы купили билеты на нижние полки и будем ехать на нижних. Это мы еще посмотрим. Толя! А? Толя! Что? Деньги и документы где? А? Дергай а? Стоп-кран, Толя! А? Ой, где деньги и документы? Стоп, 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 Галя. Галя. Что? Ты ж документы у Левчик спрятала, а деньги у трусы. Толя, ты...
Ты дебил? Нет. Ты еще всему пойду, расскажи, где у меня что. Ты хочешь, чтобы нас обокрали? Да кто тебя обокрет? Да вот хотя бы эти. Смотри, какие рожи подозрительные. Вот это стрёмное. Ага. Больно нам надо, ваши вещи. Ой, больно. Вещи! Толя! Что? Ты что, вещи в коридоре оставил, а? Толя, вот ты ж... Господи, ты вот ты у меня идиот, а? Нахрена я тебя на себе женила? Мужчина! Мужчина, встаньте, а? Да сейчас, иди. Мужчина, встаньте! Да нечу я. Слышь, я сейчас тебя прям вместе с полкой подыму. Да. Весь банаш наружу вылезет. Ладно. Это, мужчина, твоя сумка? А? Моя. Эй, алло! Куда? О, молодец. Ага. Ах вот. Так, я вас сейчас на видео сниму. И в интернет выложу. Пусть весь интернет видит ваше хамство. Я сейчас твой телефон тебе в одно место засуну. И вся больница будет ржать над твоим рентгеном тазобедренного сустава. Я записал вашу угрозу. А кто тебе сказал, что это угроза? Это новый хит в этот ваш дебильный тук-тук. Пожалуйста. Ой, золотце, спасибо тебе большое, ага. Ой, ой, хорошо. Девушка, скажите им, чтобы они не шумели. А я не могу. Они вафли и чай заказали, а вы нет. Хорошо, принесите нам, пожалуйста, чай и вафли. А вафель уже нет. Тогда чай и печенье. Ну, печенье. Да поняла я, печенье. Два печенья. А вы не шумите, пожалуйста. Ой, Зонец, это я сама тишина. Ты что? Прям я же тихо разговариваю. Спасибо. Да, Толя? Я говорю, да, Толя. Ну спрашиваю тебя, да, Толя? Ты что ты молчишь, Толя? А что ты так тихо говоришь, Галя? Да я нормально говорю. Да не нормально ты говоришь, Галя. Вы же обещали тихо себя вести. Ой, я что, громко? Ой, я прошу прощения, ага. Все, сама тишина. Ага. О, смотри, приснилось что-то, наверное. Ага. Ужасы. Женщина, вы можете не сёрбать? Ой, прошу прощения, конечно, могу не сёрбать. Тихо. Женщина! А? Да вы можете не шуметь, не шуршать, не шурудеть, не чавкать, не плямкать, не сёрбать! Проводница, тут пассажир буйный орёт! Я сейчас полицию вызову! Ага. О, полицию. Вот, Толя, вот что нам с тобой вечно какие-то нервные пассажиры попадаются? Что ага. Туда ехали, что обратно, а? Ага. Ой, ну ладно, это. Давайте, я переодеваться буду. Мужчина, выходите, я переодеваться буду. Да что я там не видел? Ты, мужик, лучше выйди. Потому что то, что ты увидишь, оставит неизгладимую моральную травму. Толя, сейчас у тебя будет травма. У меня уже есть. И еще одна будет, прям вот бы там, а это будет такая же, только здесь. Понял. Понял ты, ага. О, Светка. Алло, алло, да, Свет. Все, слила котлета, ага. Молодец. Да нормально едем. Да в каком плацкарте, в купе? Буду я еще в плацкарте с этими нищебродами. Да, еще попадется какое хамло быковатое. Не попадется, а оно ездит в купе. Соседи? Да такие что-то психованные. Ага, да. Алло, Свет! Алло! Алло, Свет! Я говорю, Да говорю... вы можете тише разговаривать! Шо? Я говорю... Ты сказала, купила. Сковородку новую. Ой, молодец. О. Ну, я приеду, обмоем, ага. А... Ой, Толя, ну все, телефон разрядился.
Есть Бог на небе. Доставай курицу. О, оно. Но дьявол правит на земле. Так, о, курочка. Курочка. Все, доставай эти яйца. Яйца. Так они же еще не спят. Толя, куриные, а не козлиные. Давай, что там у нас это? Есть. Лук, чеснок, давай. Так, все рыба есть. Копченая, давай. Рыба. О, майонез давай. Да. Отлично. Сейчас салат тебе буду мимозу делать. О. Вот сюда. Отлично. Женя, пожалуйста, открой окно. Я сейчас... Боже, мне сейчас тошнит. Толя, ты хочешь, чтобы я простудилась? Женя! Укрзалезница. Толя! Женя! Молодец, Женя! Женя! Смотри, Толя, рука, гипс, Галя. Намек понял. Молодец. Ой. Ой. Толя, что-то икаю. Какая-то скотина меня плохим словом вспоминает. Вот падла. Наверное, ой, весь ваш отель, в котором вы отдыхали. Толя, дай водички, а? Ой, да. Ага, спасибо. Ой. Ой. Ой, Толя, не помогает, а? Галя, так народный способ. Вот язык высовываешь так и... Кольта, и Кольта, перейди на Федота. Федота Валякова. Боже мой, зачем я это увидел? Я ж теперь точно не засну. И что? Ой, Толя, не помогает. Ой. О! Так это, в пакет подыши. Так где я тебе пакет возьму? Да вот, под мимозы. Ой, давай. Помогло. Розок. Сдохла та скотина, которая обо мне плохо думала. Ага. Ага. Точно. Ой. Не знаю, как ты, я, Толя... Спать. Ах! Ах! Ах ты моя тигрица! Руки! Продезинфицируй для начала. Ах! Галя! Наверх! Галя! Полку давай! Да! Так, понятно. Мужчина, собирайтесь. Так, ладно, что здесь мы? Это все они. Это они. А она вместе с ним. У них шайка-банда. Хабалка. Так, оба собирайтесь. Посадим вас в спецкупе, а в Киеве разберемся. Давайте. Ага. Идем я на спецкупе, хоть там выспимся. Давай. Чешите ногу об дорогу. Ну вот, Толя. А ты говоришь, что в сезон нижние места не купишь. Куда пошел? Мы же пара, Толя. Тихо. Сюда ложись. Давай, давай, Толя. Ой, выспимся на нижних. Толя!